конечно, этот балет не может не цеплять ни зрителя, ни исполнителя, любого. Причем я вам совершенно точно могу сказать, что все исполнители и сольных, и кордебалетных партий, все очень любят этот балет. Очень любят. Он очень тяжелый для всех, но работает он всегда всеми с большим удовольствием. Пик эмоциональности в этой партии, на мой взгляд, это то, что он не только государственный деятель, а и он влюбленный человек. Он безответно любит Махмана Бану. И вот все, что происходит, на мой взгляд, и это, на все на это он еще смотрит через призму своей влюбленности. Он служит ей как верный пес, готовый сорваться в любой момент и выполнить любой ее приказ, любую просьбу. Но при этом он еще и самый обычный влюбленный мужчина. Безответно влюбленный мужчина. Все равно, и он любит что-то другое. Я думаю, что, наверное, он любит не просто физическую оболочку. Наверное, его привлекает в ней все. И как бы, может быть, вот это противоречиво не звучало, она теряет физическую красоту, но он, на мой взгляд, он все равно продолжает ее любить. Хотя в тот момент, потеряв свою физическую привлекательность, она становится еще более яростным человеком по отношению к всему. И, наверное, он в сердце, в голове и перед глазами все равно хранит образ былой Махмана Бану.